Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию супер спасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой заказчик, спасибо огромное. Ребятушки, продолжаем слушать альбом наших мальчиков, наших зайчиков. Слава КПСС и Хан за мальчик, ребят. Поехали! Ебало в рот, 10 миллионов на счету, сука, нахуй труп. По Бангиде я купил бы домик Малибу. Мне настолько поебать, чтобы выебать тебя, куплю. Ну вот, ребятушки. Так, что он там купит, подожди? Домик. Новую кровать, антих. А зачем можно и на старый? Ну, деньги же есть. Деньги, бабки, ребят, подключаемся. К Грегору, ребятки, мы тоже будем покупать, что мы хотим. Там кот мяукает, ребят, внимание обращайте. Он тоже к Грегору подключился. Он тоже к Грегору подключился. Он тоже к Грегору подключается. Мы управляем миром, как за мать. Басон, паладин и боевик, и гила, батафляй. Режет тебе горло в закулисы, ядовитый прибор, базилит. Козлов, как клинок, ассирийца, хуй. Татарстан, Кыргызстан, мы южные принцы, хуй. Так же прост, как ты сам, ебать в рот и не сай. Врагов хоронят в этих хайпе. Вниз, перед микро, как в батискафе. Копаем глубже археолога. Я пишу некрологи на салфетках из Макдональдса. Как извалился ваши клиненных башков. Это культура за башком, но вы придурок. Ну, что, угрожающее какое-то содержание, да? Угрожающее содержание, ребятки. Немножко насилия даже, да, присутствует. Ну, ребят, это они просто... Занимаются антихайпом. Да, да, ребят. За пультом это панк-рок. По мне ты новая жура. Я отправляю вас на кран, как Киркоров Шичика. Беру панк-рол. Делал богатым антихайп. Искусство дорогая шмара. Мы лишь начали ебать ее в антихайп. Я был рэп и президент. Твоим царственным указом объявляю всем пиздец. Это холокост рэперов. Это холокост рэперов. Ну, ребятки, рассказать о чем, ребятки? Что он хочет сделать, какие у него планы. Желания, какие планы у него, ребятки. По ликвидации, да, некоторых личностей. Да, да, некоторых ребят. Ну, ребят, знаете, интересно слушать их, ребятушки. Их планы. Да, их планы. И вообще мне хочется их слушать, ребят. Девочки хотят полезать мой стручок, им вчера было бог, вот так вот. Ну, хан за мальчик. Вот еще раз повторюсь, ребят. Каждый трек у него про стручки. Про поплавок, да? Да, поплавок, стручки, видишь, что? Парадокс, я звездою не стал, ведь всегда был звездой. Нахуй шлюх я и буш лишь со своей семьей. Антихайп, похуй, маника, нили, клап-клап. Мы гиены, но все, что мы слышим, это кап-кап. Среди веганов я труп поэт, это факт, брат. Люблю мясо, значит провалюсь, соус-тартар. Чё ты хочешь от меня? Я из Киргизии. Чё не капитализировали, то с коммунистами. Я тут кук, веду двойную игру. И сам себя переварю, и вам примотину к столу. Эй, свет! Ребятки, вот он такой человек, да, он о всех людях что-то рассказывает. Обо всех людях что-то рассказывает. Что нравится, что не нравится, ребят. И себя не забывает, ребятки. Я тоже себя хочу переварить, чтобы потом, говорит, жить нормально. Переваривать, значит, он думает, мысли свои, какие-то новые планы ставит, ребят. Тоже себя хочет переделать. Со стенами, ёбаные педики. Лучше бы поставили джуба новые тречики. Мы едем на гелике, да на твои поминки. Потому что в русском рэпчике одни лишь комики. Мама, да, на ремонт делать всё, что хочешь.
Ебало в рот, овергайп. Как будто они летят, да? Как будто они вот на самолете. Они летят в космос, да. Да, в космосе летят. Да. На связь пытаются выйти. Да, на связь. Мне понравился трек, ребят. Очень понравился. Интересные мысли, молодые, о чем думают, какие у них планы, да, чем занимаются, что у них, мечта какая есть, ребят. Ну, когда мечтаешь, мечты сбываются. Значит, они все это реализуют, ребят. Ну, это антихайп, ребят, антихайп. Происходит антихайп. Да, да, да. Ну, что даже нет, нет, происходит оверхайп даже. Да. Конечно. Угу. Ну что, ребятки? Не знаешь, да, что такое оверхайп? Скажи. Ты мне говоришь, который... Овер, сверх, хайп — это хайп. Хайп — это то, чем ты занимаешься уже много лет. А они овер делают. Да, ты хайп — это то, что ты делаешь, а овер — это сверх хайп. Ребятушки, вы овер делаете, да? Да, они делают овер. Что вот Слава КПСС овер. Вот овер, сверх. А Замай нет, да? И Замай. Замай — это ничего. Это Слава КПСС усы же поставил. Замайчик не поставил. Так, ребятушки, слушаем следующий трек. Ничего, мы за культуру. Всего за шоу. Мы сами себе будем. Я тут главный по культуре, как Хун, бэйби. Чё ты хочешь, бля, в натуре, нахуй, иди. Я ломаю стул гостиной, пишу стихи. Полуграмотный, но милый, я Хун, бэйби. Если хочешь, выйди, покурим, я Хун, бэйби. Будто попурин, ум-кашку лебин. Видишь, жопы полыхают, и в глазу рябин. Я Ильич, будто Ульянов, ты как Литл Биг. Ну вообще, сиг, хун вейбины, я начал за культуру, да? Но в то же время много людей не говорит. Что бы ты сделал нам, единственное наше ответ? Ну вот, ребяточки, он себя считает главным. Главным по всему, по хайпу, по... оверхайпу, ребят. Рассказывает свои мысли. Опять, а КПС, ребят, значит, заведующий, да, раз он да, главный? Да, КПС заведующий, ребят. Заместитель. Заместитель. Вот они это об этом рассказывают, ребятки. Что бы они сделали, если бы они были главными, понимаете? Вот о чем мечтают ребятушки наши. Чтобы не спали в рот, как ну вот. Страшный враж, Кашин, Дашу, Рак. Огромный азиатский хуй, башня Бурана. Примитивный флоу, Гул 21 Сабаш. Чиджи растишь, бога, будто дважды два. Поставил метод на потом графоманию. Вот тебя решили, нет, я как-то столкнул пьяного в воду. Постерония, панчлайн, нео-авангард. И навыков футболиста нету у меня. Да хуя, мне преград, как картавому эр-яд. Мы с битом тут давим бал, что во власти мэр и я. Я запекаю смысл слоями парея. Супер сложно, ха, будет еще сложнее. Я тут главный по культуре, как Хун Вейзир. Это жопа, как на-на, а не хуй на-ны. Ну вот видите, ребятки. Так и он себя мечтает главным, ребята. Главным по культуре. Да, да. По культуре. Не где-либо, а да, именно по культуре. Именно по культуре. Он такого культурного создал, ребятки, да. Но мне кажется, если бы он был бы главным по культуре, он хороший мальчик все равно. Он бы увеличил количество музыкальных уроков, да, уроков и музыки. И наверное, все равно
что-то другое, наверное, какой-то, вы знаете... Был бы обязательно кружок рэпа, да, чтобы все бы, в обязательном порядке. И, конечно, все равно бы они изменили и манеру исполнения, я думаю, что-то новое, да, показали бы нам, что они хотят, и манеру исполнения. И было бы, знаете, сольное исполнение, ребятки, и разные направления были бы, ребятки, понимаете? Серьезненько бы, да, занялся бы. Не то, что рэп, а все. Им же все интересно все равно. Вы что думаете, что там такой рэп, рэп? Нет. Им нравится нежность, романтизм, юмор. Вот они бы все это сделали. Ай, бусик, как старик, умру молодым. Но пока я для слепых костят поводы. Собака, да. Но вообще, весь этот протест очень легко капитализируется этим обществом спектакля, да? Получается, мы, ну, просто обычные долбоебы, которые... Да. Вот правильно говорят, да, общество как спектакль, да, на самом деле, да? Ну, спектакль это, вот, говорят же, люди это часть чего, ребятки? Матрицы. Говорят это так. Мы не знаем, ребят, мы не знаем это, понимаете? Ну, ты веришь, да, что мы в матрице находимся? Что нами руководят, мы как, знаете, вот матрица, мы веришь, матрица. Веришь, да, в эту теорию? Не знаю, да. Не веришь? Знаю, не знаю. Вот как ты думаешь, мы в матрице или нет? Даже не знаю, честно. На самом деле, люди это просто, мусор. Мусор матрицы. Вот так говорят, ребят. Я не знаю. В любой момент могут закрыть матрицу, и все. И человека не будет. В общей стезе существует. Я Дон Кихот, который бросил к черту свои мельницы. Плевать на все, пусть зерна сами отделяют плевелы. Эко, блядь, невидаль привычная, ценить превыше нового. Вся эта повесть о летях и мышах. На танке небесный Иерусалим. Стреляй, бей куда захочешь, коли бог един. Теперь я блогер, мой гермодный блогер. Хуй забил на культурную реформу, словно хун вейбин. Пластмассовый мир победил. Я рисую на асфальте турмалиновый гроб. Не наступит никогда при мне коммунизм. Но я все-таки смог лечь груди над зод. Дурачок бил граблями по воде. Словно маковый цветок, капиталу наш панкрок, что конфетка на зубок. Эй, ты можешь с криком деньги ложь всегда валить из пушки. И с тобой будут продаваться кружки, майки, значки и футболки. В центре зала рекламный постер с портретом Мао. Площадь Тяньань, мы не устала от шагов. На гитаре пайпень, соломенный нот бренчит целый день, а завтра война. Инерция смерти, инерция одна виновата во всех грехах. Я принес людям знания, они как всегда меня закрыли в рехаб. Передаем привет Паше Техникову в рехабе. Рехаб. Болей, Паша. Я тут главный по культуре, как хун вейбин. Чё ты хочешь, бля, в натуре, нахуй иди. Я ломаю стул гостиной, пишу стихи. Полуграмотный, но милый, я хун вейбин. Если хочешь, выйди, покурим, я хун вейбин. Я красив, будто Бабурин, ум как кулибин. Видишь, жопы полыхают, и в глазу рябит. Я Ильич, будто Ульянов, ты как Литл Биг. Тум-тум-тум. Ну что, ребят, скажу. Мысли у них есть, ребятки. Они хотят это их уже реализовывать, хорошо. Ребятки. Мысли интересные, хотят быть главным по культуре. Флаг в руки, ребят, флаг в руки. Поднимайте культуру, ребят. Не то, что вот такие, вот такие треки, да, а разное, разное. И симфонию, и рэп, и просто мелодии какие-то такие классные писать, да, как композиции, да. Это у вас в руках, ребят, все. Все в руках, ребятки. И батлы, вот все. Прям не ограничено. Батлы надо преподавать со школьной скамьи, да? Да, да. Как батлы, мне правильно. Очень понравились, ребятки, их мысли. И вообще, я еще раз повторюсь, ребятки, они у меня фаворитики. Ну что, ребят, классно они сделали. Во-первых, музыка у них классная, бит классный. Там есть такая нежность, есть то-то, такие красивые вот нотки есть красивые. Мне очень понравились. Ребят, я танцевала с удовольствием, подпевала, ребят. Интересно было послушать их мысли. Пока, друзья.